дорогие друзья, с вами я, Риск Дримуровна, и я сейчас почти дома одна, потому что папа спит, я тихо говорю. Сейчас я буду делать еще одну подписчицу. Ну, Риск Дринстейл. Ладно. Она была, как я помню, такая. Коричневые волосы. Короче, я не буду болтать. А я сейчас тогда музыку вырублю, чтобы было веселей. Какую бы музыку включить? Я даже не знаю. О, сейчас попробую какую-нибудь. Вот эту. Вот так. Это было громко. Вот она. Бедная. Подписчиков вообще нет. Пожалуйста, подпишитесь на нее. Вот она. Пожалуйста.
Круто. Кто не подписался, тот Питрин. Очень плохой Питрин. Так что быстро подписались на нее и включили лайк, поставили. А то моя сестра Чара придет к вам и убьет вас. Понятно? Ну ладно. Это уже слишком. Также, кто хочет пиар, то просите в комментариях. Просто напишите «хочу пиар» или «сделай, пожалуйста, пиар». Опять места нет. Ну, потом загружу интернет и быстро удалю потом, чтобы быстрого не было. Ну все, у меня уже 5%, так что пока. До свидания всем. Пока.